Мощная мясорубка с насадками для шинковки, терки, колбас и кебе. В этом видео мы распакуем электрическую мясорубку Polaris, модель PMG3087A. Комплект состоит из моторного блока, рабочей камеры, лотка, толкателя, шнека, ножа, прижимной гайки, корпуса овощерезки, толкателя овощерезки, двух решеток для фарша, трех барабанов для терки и шинковки, насадки для домашних колбас, насадки для кебе, а также инструкции с гарантийным талоном на 2 года. Корпус мясорубки сделан из пластика и металла. Сбоку расположены кнопки включения-выключения и клавиши запуска обратного хода. Она понадобится, если мясорубка засорится мясными прожилками, провоцируя застревание вала. Лоток сделан из нержавеющей стали, на нем можно заранее разместить нарезанные продукты. Под корпусом есть прорезиненные ножки, чтобы мясорубка не скользила по поверхности стола во время работы. Аксессуары можно хранить в толкателе, для этого в нем предусмотрен специальный отсек. Мясорубка отличается высокой мощностью, 3000 Вт, в минуту она может переработать до 3 кг мяса. Теперь посмотрим на насадки. Для прокрутки мяса есть два диска из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 5 и 7 мм, для средней и крупной рубки соответственно. Три насадки барабана пригодятся для терки и шинковки овощей, фруктов и сыра. Еще есть насадка для кебе и насадка для приготовления колбас. Без перерывов мясорубка работает 10 минут, затем нужно сделать 10-минутную паузу, чтобы двигатель остыл. Благодаря защите от перегрузки мясорубка автоматически отключится, если перегреется. Детали, контактирующие с продуктами, производитель рекомендует мыть в теплой мыльной воде. Мойка в посудомоечной машине запрещена. Что в итоге? Polaris PMG3087A подойдет тем, кому нужна мясорубка для дома, а еще электрическая терка, шинковка и устройство для набивки колбасок и кебе. У этой модели высокая мощность, простое управление, функция реверса, защита от перегрева и 7 насадок.